Значит, с ноября 2020 года, после того, как закончились боевые действия, на территории Азербайджана, в регионе Карабаха, оставались вооруженные силы Армении. И согласно трехстороннему соглашению, миротворческие российские силы должны были разоружить и вывести все вооруженные формирования с территории Карабаха. К сожалению, за три года этого не произошло. И беспрерывно вдоль линии соприкосновения мы сталкивались с провокациями, стрельбой, с попыткой строительства фортификационных сооружений. Были случаи минирования дорог. И буквально несколько дней назад гражданские лица подорвались на мине на одной построенной дороге.